Предлагаемое вашему вниманию открытое письмо митрополита Антония Мельникова священнику Александру Меню ходило в православной среде с конца 70-х годов. Его читали в машинописных и магнитофонных записях, но в те годы оно так и не было опубликовано. Причиной тому необычайная степень откровенности и смелость автора в высказывании своих убеждений. В письме на примере деятельности отца Александра поднимается один из запретных для духовной публицистики вопросов. Митрополит Антоний, в миру Анатолий Сергеевич Мельников, родился 19 февраля 1924 года в Москве. Церковное служение начал в 1944 году и по диаконам у местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, впоследствии святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея I. Митрополит Антоний работал инспектором в Одесской духовной семинарии, а затем в Саратовской. В 1956 году был назначен ректором Минской духовной семинарии и наместником Жировицкого Успенского монастыря. С октября 1978 года митрополит Антоний возглавлял Ленинградскую и Новгородскую епархии и являлся постоянным членом Священного Синода. Долгое время, более 15 лет, возглавлял редакционную коллегию сборника «Богословские труды», деятельно способствовал возрождению богословской науки в Русской Православной Церкви. В сане митрополита Ленинградского и Новгородского он служил Святой Церкви до самой своей кончины, 29 мая 1986 года. 31 мая владыка Антоний был погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В сложное и ответственное время возглавлял Ленинградскую и Новгородскую кафедру митрополит Антоний. Он застал лишь самое начало, охватившей страну либеральной вакханалии. Но именно поэтому огромное значение имел тот духовный потенциал, который был заложен в те годы им и подобными ему, подвижниками православного служения. Был у митрополита Антония редчайший дар. Он умел видеть и понимать людей. Причем Бог дал ему настолько хорошо видеть и воспринимать всю глубину человеческой натуры, что зачастую он как бы угадывал еще не раскрытые возможности того или иного человека и даже предвидел его будущее. Владыка никогда и ни перед кем не заискивал, никогда не проявлял раболепия и чинопочитания перед вышестоящими, был внутренне независим. Внешняя благожелательность и терпимость владыки не означали, что он не был строг и даже суров к тем, кто попирал христианские заповеди. Призыв обличать хулителей церкви, осквернителей ее устоев, он понимал буквально и всегда ему следовал. Предлагаемое вашему вниманию открытое письмо митрополита Антония Мельникова, написанное очень популярному в 80-е годы среди либеральной интеллигенции протоиерею Александру Меню. Этот священник опубликовал целый ряд книг на богословские темы, рассчитанных на широкий круг читателей, и в этих книгах откровенно перетолковывал христианские догматы. В одном из своих интервью небольшому самиздатовскому журналу отец Александр позволил себе вольно толковать смысл отдельных мест Священного Писания и решений одного из Вселенских соборов. И православный пастырь не счел возможным промолчать. Причем, будучи влиятельным архиереем, митрополит Антоний не обратился к священноначалию с призывом образумить впавшего в прелесть священника. Он точно последовал церковному правилу и обратился к отцу Александру как к равному, как брат к брату. Но при этом он не скрывал своего возмущения его отступничеством от православия. Давно, отец Александр, наблюдая за вашей деятельностью. Вы не знаете меня, да и я не видел вас до последнего времени, хотя слышу о вас уже много лет. Я знал, что вы являетесь крещенным евреем и служите православным священником. Такое сочетание нисколько не смущает меня, как и любого православного человека, потому что антисемитизма нет в самой природе православия. Но вот сначала случайно, а затем специально знакомясь с вашими статьями, крупными работами и вашими действиями, я обнаружил в ваших словах и делах такое, что никак не совместимо ни с вашим положением в православной церкви,
не исподлинной любовью к еврейскому народу. Отношусь я к вам с искренней отеческой попечительностью и не стал бы писать это письмо и заботиться о его распространении, если бы ваша деятельность в конце концов не вынудила меня на это. Не в защите, отец Александр, придется объясниться с вами по-настоящему. Ибо дело не столько в вас, как в богозданной личности, сколько в тех видимых и невидимых силах, которые управляют вами. Условное собирательное имя этим силам – сионизм. Условным я называю это имя потому, что на самом деле гора Сион – гора святая, Божия. Но названием этой горы воспользовались для обмана непосвященных силы, глубоко враждебные Богу и всякой святыне, и самому еврейскому народу. Прячась за святые имена и понятия, сионисты хотят обмануть не только гоев, то есть всех неевреев, но прежде всего свой собственный народ еврейский. Сионизм есть не что иное, как практическое осуществление тайных стремлений религии талмудического иудаизма. Современный иудаизм – это не просто одна из религий одного из народов Земли. Духовная сущность иудаизма достаточно определенно раскрыта в Евангелии. Иудеям, которые упорно не пожелали уверовать во Христа, распятого и воскресшего, как обетованного Мессию Сына Божия, пришедшего во плоти, сам Господь Иисус сказал: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Итак, слово об иудаизме, не признающем Христа Сыном Божиим и истинным Мессией, сказано: «Ваш отец – дьявол», и прибавлено: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Дом, в смысле слов Священного Писания, это прежде всего церковь, в данном случае – иудейская церковь. Известно, как на протяжении истории в определенных кругах Израиля еще до пришествия Христа Спасителя начиналось сперва духовно поклонение дьяволу, а затем это поклонение князю тьмы стало вполне определенным и осознанным. Правда, такое сознательное дьяволопоклонение было и остается уделом весьма немногих, особо посвященных духовных вождей и учителей Израиля. Для остального еврейского народа считается достаточным только то, чтобы этот народ не верил Христу, распятому и воскресшему, а во всем прочем пусть себе думает, что он поклоняется Богу Авраама и Иакова и чтит закон Моисеев, который, впрочем, в корне извращен в толковании талмудического иудаизма. Так, под видом религии Ветхого Завета, под видом поклонения единому истинному Богу, удалось создать скрытое поклонение дьяволу, сатане или Люциферу, не спавшему с неба Денице, как его иногда называют.
Иудаистским учителям приходилось всячески изощряться во лжи, чтобы почти 2000 лет держать массы еврейского народа в неведении об истине. Но, разумеется, дух скрытого поклонения дьяволу не мог не сказаться на сознании, духовной жизни, поведении, общественных стремлениях как воспитанного в иудаизме еврейского народа, так и тех народов земли, среди которых оказался рассеян еврейский народ после распятия Иисуса Христа. Обманутым евреям внушалось, что Божие обетования, сказанные в Ветхом Завете, до сих пор сохраняют свою силу по отношению к этому народу, что ничего не изменилось в древней вере Израиля, и что евреи по-прежнему богоизбранный народ. При этом иудаизм скрывал и продолжает скрывать от еврейского народа, что в глубине этой религии совершается поклонение не Богу Авраама, Исаака и Иакова, а дьяволу. Для православия эта тайна иудаизма давно уже не тайна. Почему иудаизм обманывает еврейский народ? Потому что для дьявола особенно важно именно еврейский, в древности действительно богоизбранный народ, и через него по возможности все прочие народы отвратить от Бога истинного и сделать народом богопротивным. Это называется на святом месте утвердить мерзость запустения. Поэтому современный иудаизм и возникший на его основе сионизм – злейшие враги в особенности еврейского народа, а затем через него и всех народов мира. Для сионизма интересы еврейского народа, которые он якобы выражает и защищает, только демагогическая ширма для прикрытия своих истинных целей – привести Израиль и другие народы к полной духовной, да и физической погибели. В плане этих целей важнейшие задачи сионизма, а также различных организаций, вроде масонства и других тайных и явных обществ, является приведение еврейского народа и по возможности всего человечества под власть Антихриста, который воцарится в Израиле как Мессия. Об этом лжемессии, его духовных приметах и признаках известно очень много. Достаточно вспомнить только слова Спасителя: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. А если иной придет во имя Свое, его примите». Вот этот приходящий во имя Свое, как земной владыка Израиля и всего мира, и есть тот Мессия, которого ждут сионисты, и пришествие которого они деятельно сейчас готовят. Это и есть Антихрист. Поэтому сионизм особенно заинтересован иметь в православной церкви своих постовых, которые встречали бы людей, искренне идущих к истине, и провожали бы далеко от нее, стараясь, однако, уверить, что ведут их верно, именно к православию. Задача таких постовых – под видом правды проповедовать ложь, под православной оболочкой наполнять души людей угодными сионизму взглядами и настроениями. Таким постовым сионизма в православии и являетесь вы, отец Александр. Это ваше конкретное место в многосложной и многообразной системе сионизма. Это ваша давняя, продуманная и добровольно взятая на себя миссия. И мне известно, что вы сами это хорошо знаете. Прежде чем рассмотреть вашу духовную сущность и способы действия, несколько слов об особых, чисто религиозных средствах сионизма в его интригах против православия. Первое средство можно назвать негативным. Это всяческое разложение православия. Здесь не последнее место занимают попытки доказать необходимость объединения православия с католицизмом, которое мыслится не просто как доброе отношение церквей, а как проникновение католического духа, образа мышления и жизни в среду православия. За последние годы между сионизмом и властями католической церкви возник самый тесный союз. Это в значительной степени объясняется не только двойной игрой, которую они ведут друг с другом, но и некоторой духовной общностью. К примеру, католическая церковная политика ориентируется на приобретение всемирного духовного господства. Это прямо вытекает из некоторых существенных черт католического мировоззрения: стремление к внешней деятельности в мире,
к влиянию на ход чисто мирских дел, к мировому могуществу. Заразить православных католическими настроениями значит возбудить в них дух внешней активности, жажду политической борьбы, участие в суете чисто мирских дел. Для чего это нужно, станет ясно из дальнейшего содержания письма. А пока мы отметим одно существенное ваше, отец Александр, высказывание. В своем интервью самиздатовскому журналу «Евреи в СССР», о котором у нас будет речь отдельно, вы откровенно заявили, что Западная католическая церковь действительно близка еврейскому сознанию, в частности, духом активности, энергии, деятельным практическим характером. Как это не покажется странным с первого поверхностного взгляда, но сионизм и католицизм в этом пункте обрели действительно некоторое духовное родство. Но попытки внедрить в православие такой же дух активности имеют и свой особый расчет. Если Марии, православию, сообщить Марфина католическое состояние суеты, то благая часть отнимется от Марии. Позитивные религиозные средства, которыми пользуется сионизм, сводятся к следующему. Людям активно внушается, что современный еврейский народ из-за иудаистского обмана, по-прежнему отвергающий истинного Христа, все-таки остается богоизбранным, а значит, призванным свыше к мировому господству. Однако после распятия Христа богоизбранность более не принадлежит еврейскому народу как нации. Богоизбранность осталась во Христе для тех, кто подлинно в нем и с ним, без различия наций, то есть в Церкви Христовой. Богоизбранный народ – это теперь Церковь Христова. Отсюда Палестина, как место жительства современного Израиля, давно уже не обетованная земля, а только древний прообраз ее. Обетованная земля в действительности – это Царство Небесное, Божие. И город Иерусалим с горой Сионом – не как место, связанное с событиями священной истории, а как столица современного иудаизма и сионизма – это давно уже не возлюбленный Богом город. Град Божий – это теперь небесный Иерусалим, на новой земле, под новым небом, как вечное царство праведников, возвещенное Богом в Откровении. А современный Иерусалим, как центр христоненавистнического иудаизма, Бог называет духовно Содомом и Египтом, где и Господь наш распят. Все это и многое другое хорошо известно православию, так что требуется особая изощренность во лжи, чтобы и здесь вести разлагающую деятельность. И тем не менее, вы взялись за такую деятельность. Прикрываясь превратным толкованием слов апостола Павла, вы признаетесь, что не перестаете считать, что Израиль как народ сохраняет свое избранничество, оставаясь сыном первенцем. Вот это самое желание остаться все-таки первенцем и выдает вас, отец Александр. Вы заявили это в интервью сионистскому самиздатовскому журналу «Евреи в СССР», которое было опубликовано в журнале номер 11 за 75 год и распространялось отдельным текстом. В этой беседе с сионистским представителем вы сообщили те штрихи и черты к своему духовному портрету, которые делают его законченным и позволяют выставить для всеобщего обозрения. Это придется сделать, тем паче, что здесь хорошо раскрываются те уловки, к которым прибегают антиправославные силы. Вы беседуете с корреспондентом-сионистом как истинный брат. Вы оба отлично понимаете друг друга и вполне удовлетворены беседой. Сионист задавал вам удивительно точные, математически точные вопросы. Они были направлены к выяснению самых важных для сионизма предметов – отношения современного русского православия к сионизму, а также отходы евреев-христиан от православия под видом создания особой, независимой еврейской христианской церкви. По всем пунктам вы вполне успокоили сиониста. Сионизм при определенных условиях может проникнуть в православие. Таков смысл ваших ответов по одной из затронутых проблем. Евреям, искренне стремящимся ко Христу Иисусу, можно не дать быть подлинного Христе посредством причастия к подлинному православию. Можно и нужно создать для них особую, независимую, то есть от Христа независимую церковь, которая должна быть одним из филиалов иудаизма.
Таков смысл вашего заявления и по другой группе вопросов. Вас спрашивают: в чем вы усматриваете особое религиозное призвание еврейского народа? Вы отвечаете, что этот народ навсегда посвящен Богу в силу того, что через них, евреев, было дано Богу откровение и совершено Боговоплощение. Далее следует выдержка из Священного Писания Ветхого Завета о Древнем Израиле. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вы поясняете, что «святым» значит «посвященным Богу», и говорите: когда еврей изменяет своей посвященности, он предает себя и легко оказывается во власти темных сил. Однако все дело в том, какие силы вы считаете темными, а какие светлыми. Какому Богу кланяетесь вы, отец Александр, и какому Богу посвящен навсегда, по вашему мнению, еврейский народ? Вас спрашивают, созрели ли возможности для создания особой, независимой еврейской христианской церкви? Попытки к чему уже предпринимались и предпринимаются в Израиле, где возникают христианские общины с богослужением, близким к синагогальному, на иврите, вроде общины святого Иакова. Вы отвечаете: строго говоря, иудаизм никогда не был монолитен, и в нем было немало различных течений. Иудаисты могут смотреть на общину святого Иакова как на одну из них. У вас, отец Александр, такие слова – не дипломатический ход. Тут вы проговариваетесь о самом важном для вас. Оказывается, христианство является одним из течений иудаизма, в чем вы в другом месте говорите так. Христианство раздвинуло границы этой иудейской церкви, включив в нее, то есть в иудаизм, другие народы. При этом современный иудаизм вы не отделяете от веры ветхозаветного Израиля, утверждая, что евреи-христианина и евреи-иудаиста в наши дни связывают не только общность национального происхождения, но и вера в единого Бога, вера в Священное Писание, общая религиозная этика. Современное христианство и современный отвергающий Иисуса Христа иудаизм для вас – равноправной ветви одной и той же религии Авраама. Так послушайте со вниманием, что говорит Господь Иисус Христос. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Я и Отец одно. После того, как были сказаны эти последние слова, неверующие иудеи опять схватили каменья, чтобы побить его. И еще говорит Господь: «Видевший меня, видел Отца. Я в Отце и Отец во мне. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня». Иудеям, неверующим ему, Христос свидетельствует: «Вы не знаете ни меня, ни Отца Моего. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Все это означает, что такой отсеченной и засохшей ветвью является Израиль, не принявший Христа и не принимающий Его до сих пор, а следовательно не принимающий и единого Бога Отца, и поклоняющийся не Ему, а кому, указал сам Господь Христос. И единый истинный Бог, назвавший отцом иудаистов дьявола, а самих иудаистов сборищем сатанинским, о чем уже было сказано. Таким образом, совершенно очевидно, что у современного иудаизма нет и не может быть ничего общего ни с религией Авраама, ни с христианством. Иудаизм в корне враждебен и вере праотцев еврейского народа по плоти, и христианской вере. Вы не новичок церкви, отец Александр,
и прекрасно знаете текст приведенных здесь мест Евангелия, наверное, наизусть. Значит, когда вы объединяете в своем толковании единого Бога христиан и древнего Израиля с Богом современного иудаизма, дьяволом, вы делаете это умышленно, заведомо смешивая свет с тьмою. Но если даже предположить, что такое объединение у вас невольно и от совершенно искреннего представления, то тем паче это оказывается вашей распиской в том, что лично вашим Богом является не Христос, не Бог Авраама, Исаака и Иакова. Только при таком условии у вас в душе и сознании могло оказаться чувство и представление общности вашей веры с религией и религиозной этикой современного иудаизма. Вот ведь в чем дело, отец Александр. Теперь ясно, какому Богу у вас навсегда посвящен Израиль, и какие силы являются для вас темными, а какие светлыми. Тьма для вас, отец Александр, это традиционное русское святоотеческое православие во всех его зрелых формах, каких оно достигло в процессе своего исторического развития. Просветить такое православие, а точнее разложить и разрушить его, является вашей задачей. Если под маской ветхозаветной веры в единого истинного Бога оказалось возможным скрытое поклонение сатане, то почему бы не попробовать устроить то же в христианстве? Однако без обмана и подлога здесь не обойтись. И вы их совершаете. Корреспондент-сионист осторожного спрашивает, нельзя ли уже теперь евреям, приходящим в православие, как-нибудь все же удержать иудаизм? Без колебания вы отвечаете утвердительно. Можно, говорите вы, если внушить православным евреям, что они могут и не отрекаться от обрядов и религиозных обычаев иудаизма. Вы утверждаете, что с точки зрения православия эта идея вполне допустима, что крещенные евреи наряду с христианскими обрядами должны сохранять обрезание, субботу и другое. При этом вы ссылаетесь на решение Собора Святых Апостолов в Иерусалиме в 51 году, который будто бы постановил, что иудаистские обряды не обязательны только для христиан из язычников, но сохраняют свою силу для евреев-христиан. Решения этого собора не отменены, да и вряд ли можно отменить слова апостолов, заявляете вы. Но такого решения указанный собор никогда не принимал. Этот собор очень хорошо описан в 15 главе Деяний святых апостолов, разрешая спор о том, следует ли обрезать приходящих ко Христу язычников и принуждать их принимать закон Моисеев, апостол Петр отметил, что Бог даровал им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Апостол отметил далее, что иго закона Моисеева не могли понести ни отцы наши, ни мы, и что мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Святой апостол Иаков добавил, что Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, потому что так пожелал Бог воссоздать скинию Давидову падшую и то, что в ней разрушено в Израиле. Было постановлено не затруднять христиан из язычников исполнением закона Моисеева. При этом о евреях, желающих в христианстве сохранять иудейские обычаи, не сказано ничего. Замечено лишь, что закон Моисеев имеет проповедующих и читается каждую субботу в синагогах. В контексте решений этого собора и всего апостольского учения это значит, что апостолы не возбраняют соблюдать иудаистские обычаи тем евреям, которые привыкли к ним, но никак не вменяют этого в обязанность христианам-евреям и не считают эти обряды имеющими спасительную силу. Ибо по прямому смыслу апостольских слов и соборного решения, во-первых, спасение признается как для евреев, так и для язычников только через веру во Христа Иисуса и благодать Святого Духа, а обычаи закона Моисеева тем самым оказываются уже излишними, так как в себе и собою Христос исполнил весь закон. Во-вторых, христиане-евреи и христиане из язычников признаются совершенно равными.
Никакой двойной ответственности и никакого первенства, о которых вы, отец Александр, толкуете, за евреями не признается ни в данном соборном решении, ни в других текстах Нового Завета. Напротив, утверждается, что на основе пророчеств Ветхого Завета и знамений Божьих, что разрушенная иудаизмом скиния Давидова воссоздается путем привлечения к истине через Иисуса Христа людей из всех народов. Это означает, что богоизбранность и посвященность Богу уже не принадлежат ни еврейскому народу, ни какому-либо другому народу как нации, но телу Христову, Церкви, составляющейся из представителей всех народов земли. Вы это, отец Александр, прекрасно знаете. Зачем же извращаете смысл деяний апостольского собора, которых, конечно, никто отменить не может? Зачем же обманываете прежде всего свой собственный еврейский народ? То, что это у вас не случайная ошибка, а сознательный обман, видно из того, как вы в том же духе извращаете смысл другого новозаветного текста, главы 11 из послания апостола Павла к римлянам. Вы вырываете из смыслового контекста учения апостола Павла следующие слова. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. В отношении к избранию евреи и возлюбленные Божии, ибо дары и призвание Божие непреложны. Оставляя эти слова без всяких пояснений, вы делаете нужный вам и сионизму вывод о том, что современный Израиль как народ, несмотря на то, что он продолжает в полноте своей не принимать Христа Иисуса, остается избранным народом Божиим. Отсюда у вас выходит, что еврей-христианин несет якобы двойную ответственность, как член Церкви и как член народа Божия. Иными словами, наряду с Церковью, телом Христовым у вас оказывается еще один народ Божий, евреи как нация, хотя вы и утверждаете, что Израиль возник не как нация, а как религиозная община. Однако по смыслу слов апостола Павла в этой главе и многих местах его послания к римлянам, народом Божьим является один единственный народ, живое древо Церкви, как тело Христово, которое составляем мы, многие. Это та живая маслина, от которой засохшие ветви неверующих во Христа иудеев отсечены, привиты ветви дикой маслины, бывших язычников. Так что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Куда войдет? В Израиль как нацию? Нет, в тело Христово, Церковь. И так весь Израиль спасется. Апостол предостерегает бывших язычников от гордости, чтобы не превозносились плотью и не считали еврейскую плоть чем-то худшим по сравнению с собой. Ибо во Христе все равны, здесь нет различия между иудеем и эллином. В этом месте говорится, что в Церкви нет больше ни скифа, ни варвара, ни эллина, ни иудея. Апостол Павел говорит, а Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Вот об этом остатке, том, который может спастись через обращение ко Христу Иисусу, апостол и говорит, что они в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцев. Эти два последних слова вы, отец Александр, не случайно исключили из цитаты, ибо отцы древнего Израиля жили верой во Христа истинного, который, как им было известно от пророков, должен был прийти именно тогда, когда он и приходил и пострадал в Израиле за грехи мира. Апостол Павел учит, что избранничество и обетование относятся только к тем, кто спасается верой в Иисуса Христа, а не делами закона. По словам апостола о непринявших Христа иудеях, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Таким образом, по учению апостола Павла, нет двух разных богоизбранных общностей – Церкви Христовой и Израиля как народа по плоти, но есть только один богоизбранный народ – христианская Церковь.
и чтобы к ней обратились сродники апостола по плоти евреи, он готов и души своей не пощадить, потому что он знает, что в противном случае они останутся отсеченными ветвями, несмотря на свое плотское происхождение. При этом горячая любовь апостола Павла к сродникам по плоти никогда не была выше его любви к церкви, составляющейся в его времена в основном из язычников. И сам он себя называл апостолом язычников. Со времен апостола Павла прошли века. Бывшие некогда дикими, по происхождению от язычества ветви от разных народов, возрастая на благородные массы тела Христова, давно стали одно с ним, так что теперь это уже целиком одна благородная масса. А иудаизм, обманывающий евреев, за это время успел и засохнуть, и одичать. Так что пребывающие в иудаизме и неверии евреи наших дней – это одичавшие бесплодные масляны. Теперь, чтобы стать благородной, этой масляне придется прививаться к масляне Христовой Церкви так же, как некогда привились язычники. Поэтому для современного еврея важнейшим условием истинного обращения ко Христу должен быть решительный отказ от всякой мысли о своей богоизбранности по признаку плотского происхождения и смиренное покаянное чувство, что он уже не может называться сыном Отца Небесного, но просит принять его хотя бы в число работников своих. Так учит знаменитая притча о блудном сыне. В таком случае, без всяких сомнений, Бог вернет такому израильтянину сыновство с любовью. Но прощенный сын теперь, в свою очередь, должен будет разделить свое сыновство с теми, кого Господь за веру и праведность ему из работников давно благоволил сделать сынами своими. И не только по благодати, но и по плоти и крови, в прямом и высшем смысле этих слов. Ибо церковь из бывших язычников давно питается и пропитана телом и кровью первенца Израилева, Господа Иисуса Христа, через таинство причащения. Поэтому церковь справедливо называется Новым Израилем. Здесь никто ни перед кем не имеет и не может иметь преимущества по происхождению, ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать. Вот в чем состоит подлинный смысл текста 11 главы послания к римлянам. Вы же, отец Александр, извратили этот смысл в угоду тому самому шовинизму, который, как вы на словах утверждаете, претит вам, будь он еврейский, русский или китайский. Подлинно претит вам оказывается совсем другое – верность православия Господу Иисусу Христу, о чем вы сами свидетельствуете с поразительной откровенностью. Сионист-корреспондент спрашивает вас, как вы относитесь к культам православных святых Гавриила и Евстратия, якобы умученных от жидов? Не является ли это одним из препятствий для пребывания евреев-христиан в лоне Русской Православной Церкви? Преподобный Евстратий был иноком Киево-Печерского монастыря, где особенно прославился постничеством. Во время набега на Киев половцы в числе других русских угнали Евстратия в плен и затем вместе с несколькими христианами продали в рабство одному еврею в Херсоне Таврическом. Этот человек оказался фанатиком-иудаистом. Желая склонить своих рабов к отречению от Христа, он морил их голодом. Вскоре все, кроме Евстратия, умерли. Тогда, в праздник Святой Пасхи, в 1097 году, фанатик распял Евстратия на кресте. Мощи мученика были засвидетельствованы Богом как чудотворные. Святой мученик Гавриил был 6-летним мальчиком и жил в деревне Зверки Гродненской губернии. Арендатор этой деревни, тоже фанатик-иудаист, вместе со своими единомышленниками похитил мальчика и зверски умертвил его. Убийцы потом были уличены, осуждены по закону. А мощи святого Гавриила были найдены нетленными и также получили от Бога особую благодатную силу. Святой Гавриил пострадал в 1690 году. Есть ли в обстоятельствах гибели этих святых что-нибудь антиеврейское? Нет. Речь идет о жертвах религиозного фанатизма, наличие которого в иудейской среде не отрицаете и вы, отец Александр, когда говорите, что и еврейский шовинизм вам претит. Почему бы вам тогда в таком свете и не ответить сионисту? Но вы неожиданно начинаете говорить сразу о ритуальном убийстве.
что это с вами случилось? Ведь вас не о ритуальном убийстве спрашивают. Однако вы стали говорить, что ритуальные наветы на еврейство не получили юридического подтверждения на скандальных судебных процессах прошлого. Это помогает вам бросить тень клеветы и на память святых Гавриила и Евстратия, и без обиняков заявить: «Надеюсь, что они будут деканонизированы, то есть исключены из лика святых нашей церкви». За что? За то, что они были верными Христу и пострадали за Него? Тогда, продолжая логику ваших мыслей, следует исключить из лика святых и первомученика архидиакона Стефана, христианина-еврея, убитого еще в первом веке толпой своих родственников по плоти, фанатиков иудеев. Следует в таком случае исключить из лика святых всех, кто так или иначе пострадал от еврейского фанатизма, и начать придется уже со Христа Иисуса, преданного иудеями на распятие. С другой стороны, когда вы, отец Александр, столь неожиданно заговорили о ритуальном убийстве, на вас, как говорят, шапка загорелась. Не хочу сказать, что вы лично имеете к этому явлению какое-либо отношение, но вы можете подозревать или даже знать о нем. Очень знаменательно, что вы в своих словах по этому поводу и не отрицаете прямо наличие в иудаизме ритуального убийства, а ссылаетесь на то, что сами русские богословы в прошлом не поддержали этих обвинений. Но со всей ответственностью следует заметить и напомнить, что там, где в тайных сферах совершается сознательное поклонение дьяволу, там ритуальное убийство очень возможно, и оно есть. Об этом стараются лишний раз не говорить только из человеколюбия, дабы не возбудить волну слепого народного гнева против невидной массы простого еврейского народа, действительно не знающего о тайных деяниях своих духовных вождей. Претит вам, отец Александр, то, что ваш собеседник-сионист называет выпадами против евреев в христианском богослужении. Вы отлично знаете, что в православном богослужении, построенном наполовину из псалмов Давида, образ в истории древнего Израиля, прославление израильских праведников и пророков, антиеврейских выпадов нет и не может быть. Но обличение безумных иудеев, не познавших в Иисусе Христе своего Мессию и предавших Его на крестную смерть, действительно есть. Зная все это, вы говорите сионисту: «Надеюсь, когда придет время для пересмотра православных богослужебных текстов, эти выпады и здесь будут изъяты». Почему? Потому что они обличают неверие Христу. Вы образованный и умный человек, отец Александр, а потому совершенно умышленно, в полном соответствии с тактикой отца лжи, смешиваете два разных понятия о еврейском народе и об иудаистской религии в одно понятие, а это уже подлог. Он ярко свидетельствует о том, что не антисемитизм, которого нет в православии, а антисионизм, то есть верность православия Христу истинному, претит вам более всего и более всего заботит вас. Видеть русскую церковь одним из орудий и течений сионизма – вот что хотели бы вы и ваши хозяева. Высказывая эти настроения, вы дважды повторяете слово «надеюсь», что, мол, это будет. Не надейтесь, этого не будет. Не удастся вам также осуществить и проект Вселенской Церкви Будущего, о котором вы говорите, призывая ориентироваться на нее, а не на конфронтацию церквей, ибо конфронтация мешает осуществить синтез такой Вселенской Церкви. Вы употребили слово «синтез», когда говорили, что на его основе якобы создавались культуры России, Европы, Израиля и большинства других стран. Что такое анализ и синтез иудаистского мышления, хорошо известно. Сейчас вы занимаетесь в русском православии анализом, то есть попытками разложения его коренных живоносных устоев. Ваши единомышленники делают то же самое в других христианских народах. И если бы ваши мечты сбылись, то из духовно разложенных христианских церквей, выбрав пригодные для сионизма элементы, можно было бы синтезировать нечто целое. Только это было бы уже не живое тело Господа Иисуса Христа, а мертвая синтетика, говорящая кукла, робот, лишь внешне похожий на нечто живое, как механическая кукла чем-то похожа на человека. А сионизму и его союзникам как раз и нужна церковь-кукла, по видимости христианства, а по сути – подделка.
Такой Вселенской Церковью можно было бы управлять как угодно, и прежде всего для того, чтобы она признала истинным Христом израильского лжемессию, Антихриста, и помогла бы осуществить в мире его духовное и политическое господство. Поэтому дело не в конфронтации церквей и не в шовинизме русских православных людей, а в том, что живую благородную масляну православия нельзя дать умертвить разлагающими и чуждыми влияниями под видом братского объединения. Нельзя погасить светильник правды и истины. В Русской Православной Церкви промыслительно сохраняется в наибольшей чистоте и неповрежденности Божия истина и как вероучение, и как образ мышления и жизни в Боге. А потому и Дух Святой, животворящий, а не синтезирующий, живет в этой Церкви особенно обильной благодатью. Поэтому не случайно в наши дни многие люди разных стран и народов, в том числе и многие евреи, стали обращаться к нашей Церкви. И не потому, что она русская, а потому, что сами эти люди – подлинные израильтяне, в которых нет лжи, но есть еще и мудрость, свойственная подлинному Израилю. И когда такие люди начинают по-настоящему жаждать правды, они непременно находят ее в должной полноте и сохранности в русском православии. Такой некогда была вера всей неразделенной апостольской церкви, и эта вера близка и понятна душам людей любых наций. Так что если бы вы, отец Александр, были бы в самом деле православным человеком по духу и человеком, искренне любящим тот народ, от которого произошли по плоти, и человеком, неложно стремящимся к христианскому единству, вы не то говорили бы и делали бы, что делаете теперь. Вы старались бы всех и вся, и прежде всего сродников по плоти своих, призвать обратиться к нашему святоотеческому русскому православию, чтобы все народы по возможности стали членами нашей православной церкви. Ибо если и возможно настоящая Вселенская Церковь, она должна быть только православной, по образу русского православия. Вы сказали бы своему народу еврейскому, чтобы он принял наше православие, потому что наша Церковь, принявшая плоть и кровь от Господа Христа и Его Пречистой Матери, имеющая в себе все лучшее, чем обладал древний Израиль, не может не любить Израиля. Она любит его и теперь, хотя он стал лишь тенью своих великих прародителей, и ждет его обращения. Пусть только подлинные израильтяне сотворят достойный плод покаяния, и по слову Иоанна Крестителя не думают говорить себе «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое древо, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.